Эй, добро пожаловать, дорогие друзья и любители странных и необычных игр. Сегодня у нас будет игра «Как достать не соседа, а босса». Представляешь, что я нарыл тут в интернете? Значит, есть игра «Как достать босса». То есть мы такие приходим на работу, понимаем, что босс у нас здесь полный фуфел, и он всем портит жизнь, и поэтому нам нужно его срочно доставать. Значит, игрушка 2000-х годов, соответственно, мы находимся в главном меню игры. Игра называется «Застрели шефа», но именно... В народе называется она «Как достать босса». Давайте начинать. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Так, уровень 1, подстрели босса. Окей. Так, окей, меню. Так, стрелять, правая кнопка. Так, левая кнопка, смена оружия. Так, стрелки двиг. Во, босс. Хорош, хорош, куда это ты побежал? Так, там такой чувак, смотри, просто офигевает вот в том углу. Стоит, пьет кофе и офигевает от происходящего. Так, погоди. Передвигаться, да? А, окей, сейчас мы найдем этого босса. Так, он где-то здесь прячется. Давай, хоп. Давай, закидаем его всякой... Так, оп, спрятался. Так, давай, стреляй. Так, где ты? Ага. Смотри, убегает от нас, убегает. Давай его. Давай его нафиг. Закидаем этими яйцами или чем мы кидаемся? Какими-то бумажками. Так. Ага, снова вышел. Так, у нас, значит, 1 минута на то, чтобы закидать этого чертового босса. А, ты достал всех, боссище. Такой толстый тут бегает, всем жизнь портит. Работники тут вовсю работают, а ты тут только дурака валяешь. Давай, стреляй. Смотри, он чем-то красным почему-то подсвечивается. Наверное, сейчас мы его достанем реально. Так. Блин, да хватит прятаться. Вот, смотри, я попал сквозь эти ящики. Воу, чувак, аккуратно. Сейчас я догоню этого босса, так. Давай его, сейчас зафигачим. Блин, это крайне странная игра, если честно. Понятно, что вот всякие «Как достать соседа», там «Как достать студента». Даже у нас была игра вот «Как достать соседку», представляешь? А куда ты убежал? А, все, так. Level Bandit? Окей. Вроде как... Прошли. Так, бонус времени. Окей. Хорошо. Так, уровень 2. Второй шанс на рекорд. Погнали. Так, здесь у нас уже... Столовка. А, вот, смотри, заметил нас. Говорит, опять ты. Ну, все, мы его сбиваем с ног. Так. Давай-ка соседу... Не соседушка, то есть боссище. Я помню, вроде кто-то из подписчиков когда-то давно рекомендовал эту игру, когда мы еще проходили оригинального «Как достать соседа». Понятно, что все эти игры пародия на оригинального реально соседа и адские его каникулы. Так, аккуратно. Смотри, он между людьми там ползает специально, хочет, чтобы мы в работников обычных попали, но... Нет, ты никуда от нас не убежишь. Так... Окей. Ай, прости. Я случайно. Так. Стрю убегает от нас. Это реально очень необычный подход, я считаю. Знаешь, вот как достать босса. Как бы мы ему не прикол какой-то подстраиваем чисто. Знаешь, мы уже взбесились и начинаем кидать в него всякую фигню. Так. Ага. Так, вот опять убегает. Так, опять убегает. Куда ты бежишь? Черт, я окно разбил. Так, давай, сейчас мы тебя закидаем, так. Ай, прости, боже мой. Так, сейчас, во, свалили его с ног. Ну все, держись, соседушка. Вот этот чувак забаговался. Так, давай. Кстати, игра, если что, 2005 года. То есть она даже вышла раньше, чем некоторые другие пародии на соседа.
Так, вроде как проходим, смотри, у нас, кстати, есть голова наверху, вот соседа, он весь побит такой уже, весь закидан всякой фигней. Так, ну-ка. Уровень 3, третий шанс на рекорд. Окей. Кстати, а мы можем сменить? О, смотри, смотри, очки набиваем. Так, где-то здесь сосед, ага. Так, ну все, держись. Так, лучше ему прям в голову попадать. Так, этот чувак свистит, что-то тоже, наверное, против этого босса. Ах, ты же засранец, куда ты побежал-то туда? Давай, хоп, хоп, о! Сейчас мы тебя закидаем. Так, о, смотри-ка, что-то я сбил там. Так, хоп, хоп, хоп. Никуда не убежишь от меня. Отлично. Короче, нам надо его сбивать с ног, тем самым он, короче, получает прям нехилые такие удары, когда падает на спину. Вау, простите, женский тубзик открыл случайно. Блин, как будто, знаешь, что главный герой кидается камнями у этого босса, а не бумажками. Так, давай-ка. Эй-эй-эй, куда это ты там спрятался? Да блин! Так, давай, сбивай его с ног. Ай, так, ты не мельтеши под ногами. Так, опа, все, убежал. Достали соседа. Так, интересно, что дальше будет? Возможно, как-то уровни поменяются. Так. Да. Такое ощущение. О, май гад. Список рекордов. Бухгалтер, секретарь, так, ассистент. Погоди, помощник. Так, а это типа что? А. Окей, ну если ты хочешь, чтобы я ввел там имя. Ха, ну давай. Так. И все? Это вся игра? Это правда вся игра такая, что ли? Хм, ну-ка. Погоди-ка. Подстрели босса и набери побольше очков. А, ну все, да, это вся игра, дорогие друзья. Представляешь, еще она вроде когда-то выходила на дисках. Блин, это офигенно, реально короткая такая игра. Так, авторы, кто у нас авторы? Ага, так. Подстрели шефа, так. Ага, ага. Ну слушай, прикольно. Мне понравилось. И список рекордов здесь еще какой-то есть. На этом все, дорогие зрители. Всем спасибо за просмотр. Вот такая коротенькая игра. Подстрели своего босса. Либо достань своего босса, неважно. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, делиться этим видео, ставить большой палец вверх. Всем удачи, всем бай-бай.